Приветствую вас, дорогой друг. Возможно, тема моего ролика вас несколько удивила. MLM умер. Но давайте я скажу несколько слов о себе. Меня зовут Николай Лобанов. И вот уже более 15 лет я нахожусь в индустрии MLM. Я безумно люблю эту индустрию. Я люблю ее за то, что она создает лидеров, за то, что она позволяет людям очень мощно личностно расти, за то, что здесь можно любому человеку, начиная с полного нуля, научиться навыкам ведения бизнеса. И, как правильно сказал Рэнди Гейдж, эта индустрия либо закаляет характер человека, либо показывает его во всей неприглядности. Именно за это я люблю индустрию MLM. Но давайте посмотрим внимательно. Мы с вами живем в очень динамично меняющемся мире. Мир меняется. Вместе с миром меняемся мы. И если мы не хотим меняться вместе с миром, то тогда мы оказываемся где-то на задворках истории. Это касается всех сфер жизни и, конечно же, касается любого бизнеса, в том числе и MLM. В сетевой бизнес я пришел в 2000 году. И 8 лет я работал только офлайн. Я не знал, что такое интернет, я не знал, как продвигать бизнес через интернет, и только в 2008 году я прикоснулся к интернету. Мне потребовалось несколько лет, чтобы освоить интернет в большей или меньшей степени. Сегодня я считаю себя довольно грамотным человеком, который понимает, что с собой представляет интернет, каковы тенденции его развития, какие методы продвижения бизнеса и так далее. Именно для этого я и пришел в интернет, чтобы перенести свой офлайн бизнес в онлайн. К сожалению, сегодня далеко еще не все компании это делают и понимают. Далеко не все компании с самого начала переходят в интернет. Я считаю это большим упущением. Но почему я решил сегодня записать это видео? Дело в том, что я действительно считаю, что MLM в традиционной своей модели умирает. Или даже уже умер. И речь идет не только об офлайн-бизнесе, речь идет даже об онлайн-бизнесе. И я хочу показать вам реальные факты. Хотя все то, что я говорю, это всего лишь моя точка зрения, но учитывая то, что я, в общем-то, очень давно в этой индустрии, я думаю, есть смысл прислушаться к моему мнению. Итак, давайте посмотрим на факты. Дело в том, что в своем анализе я всегда практически опираюсь на Alexa. Alexa.com. Вам рекомендую делать то же самое. Именно благодаря этому сайту я могу отследить динамику развития любой компании. И я взял несколько весьма известных компаний. Я специально их не называю, чтобы в меня не летели камни и гнилые помидоры. Но это очень известные иностранные компании. Вот первая из них. И мы видим динамику. Год назад, в мае прошлого года, она занимала вот такую позицию в рейтинге. Сегодня вот такая. Через год. Динамика налицо. Смотрим следующую компанию. Примерно такого же уровня, где-то даже родственная. Это иностранные компании, и видим то же самое. Вот что было год назад и вот что сейчас. При этом руководство компании все прекрасно видит и понимает. Оно старается вводить новые какие-то акции, новые продукты и так далее. Но динамика налицо. Еще одна компания, которая работает чисто с интернет-продуктами. Вот та же динамика. Продукты есть, они работают, и компания работает. Но вот это май прошлого года, а вот это май нынешнего года. А вот здесь еще ниже был уровень данной компании. Смотрим дальше. Тоже известная компания, тоже иностранная, работающая с физическим продуктом. Ну, скажем, это ближе к продуктам здоровья. Но динамика та же. Примерно вдвое снижается рейтинг компании на Alexa. То есть рейтинг сайта, главного сайта компании на Alexa. Причем, смотрите, вот первая компания, это рейтинг в Германии. Здесь рейтинг в России. Конечно, вот этот рейтинг Германии выше, даже при том, что цифра здесь ниже. Ну, то есть вот эта цифра говорит о порядковом номере данной компании в рейтинге. Здесь 10 тысяч, но в Германии. Здесь почти 10 тысяч, но в России. Здесь в России 1300, то есть рейтинг хороший, высокий, но динамика отнюдь нет. Эта компания в США, потому что даже в России трудно найти эту компанию, хотя все ее в России знают, любой сетевик знает эту компанию. Вот еще компания, тоже известная, тоже иностранная, но динамика тоже не ахти. Примерно вдвое упал за год рейтинг по Alexa. Следующая компания китайская, работающая с физическим продуктом. Ну вот, видите, тоже был взлет, был рост, но опять падение.
Следующая компания. Ну, эту компанию я даже не буду прятать, потому что это всем известная компания. Компания Amway. Но динамика, как вы видите, тоже не самая лучшая. Это рейтинг США. Причем уровень 4996 – это весьма высокий уровень. Но Amway при этом все-таки снижает рейтинг Alexa. Следующую компанию тоже не буду прятать, она всем известна. Это компания Oriflame. Мощно стоящая на мировом рынке компании. Причем здесь ранг в России очень высокий – 649. Это замечательная цифра. И, в принципе, на нее нужно равняться любой компании. То есть компания Oriflame имеет очень выгодные позиции, но тенденция все равно снижение. Не такая значительная, как в тех, что были раньше, но тем не менее она тоже есть. Еще одна известнейшая компания, и здесь мы видим довольно неплохая статистика. Вот это май прошлого года, а это май нынешнего года. Это вот единственная компания, которая дает хорошие показатели по Alexa. Причем вот здесь классика, можно отследить. Вот это летние месяцы всегда падают обороты, и любой бизнес идет вниз. Потом, начиная с сентября, октября, к Новому году поднимается, потом опять новогодние праздники, все это снижается, и определенный рост в весенние месяцы. Вот это классика. Вот так должна развиваться любая компания. Поэтому браво, Avon. И если мы посмотрим, например, вот этот сайт, это рейтинг популярных MLM-компаний в России, то мы видим, что Avon на первом месте. Здорово, классно. Oriflame на втором, Amway на третьем, далее целый список, вы можете легко найти эти компании в интернете, но удручает вот это. Практически у всех компаний снижается рейтинг, все идут к минусу, и вот это весьма и весьма печально. Итак, что же происходит в бизнесе MLM? Я думаю, любой сетевик со стажем меня поймет и скажет, что я прав. С каждым годом рекрутировать становится все тяжелее. С каждым годом, при том, что рейтинг MLM в общем повышается, привлечь людей в MLM бизнес все сложнее, сложнее и сложнее. Что офлайн, что онлайн. Конечно, первая причина в том, что интернет сегодня изобилует множеством MLM проектов. И людям очень трудно разобраться, они бросаются из одного угла в другой, они часто идут в финансовые пирамиды, хайпы, не понимая, что там, скорее всего, они оставят свои деньги. Но тенденция такова. Рынок сегодня очень конкурентный. И в интернете, и офлайн. Сегодня все сетевики приходят в интернет. Они создают сайты, лендинг-пейдж, приглашают свои компании на свои странички, ВКонтакте, социальные сети. Все это изобилуют именно сетевиками. Да, это нормально, потому что онлайн, интернет – это очень благоприятная среда для развития бизнеса MLM. Но есть и еще причина, о которой я хочу сказать. Это вот те графики, которые я уже показывал. Но давайте посмотрим еще несколько графиков. Мне кажется, что некоторые тенденции начались примерно в 2011 году. На рынок пришли компании, которые очень хорошо показали, что такое финансовые пирамиды. Хорошо завуалированные финансовые пирамиды. Я не смею утверждать, что каждая из этих компаний является чистой финансовой пирамидой, но тенденции пирамидальные есть в каждой из этих компаний. Первой ласточкой, наверное, стала компания Zeke Reverse. Многие знают, многие смогли в ней заработать, но еще большее количество людей потеряли здесь деньги. И вот динамика. Мощное, быстрое развитие, достижение пика и мощное, быстрое падение. Да, здесь вмешалось законодательство Америки и других стран, и данная компания пришла к финансовому провалу. Следующая компания – Telex Free. История примерно та же. Идет быстрое, мощное развитие, достигается пик, потом падение, снова определенный рост и снова падение. Компания фактически сошла на нет. Еще одна известная компания – VCM Три Семерки. Здесь, на мой взгляд, чистейшая финансовая пирамида, но тем не менее она мощно развивалась практически по всему миру. Потом резко пошла вниз. Но еще до сих пор я вижу какие-то здесь есть упоминания о данной компании. На сегодняшний день вот это классический график тех компаний, которые развивают свой бизнес в интернете, предлагают интернет-продукты. Вот одна из этих компаний. Идет развитие, постепенное, медленное достижение пика, и в течение примерно полутора лет
нормальное развитие. Но потом идет спад, появляется конкуренция, ошибки руководства компании и так далее. И мы видим, почти сходит на нет. Если мы последим динамику Amway, то вот тоже идет рост до 2011 года, достижение определенного пика, и дальше мы видим определенное снижение позиций. А вот динамика известной всем компании МММ, известная компания Мавроди. Вот 2011 год. Быстрый, очень хороший рост и падение, как и любой финансовой пирамиды. Меня удивляет то, что вообще это произошло, потому что вот здесь в 90-е годы уже был крах МММ. Больше всего меня удивляет вот этот рост 2015 года. Люди до сих пор еще не выучили своих уроков, не сделали своих выводов. Они снова приходят в МММ и снова их ожидает фиаско. И вот здесь опять начинается рост. Ну что ж, наверное, многим нужно 10 раз, 20 раз наступить на грабли. Итак, к чему же я веду? Примерно 5 лет назад, проработав в индустрии MLM уже 10 лет, мы с моей женой Ольгой приняли решение, мы не будем больше работать с физическим продуктом. Мы не хотим работать с физическим продуктом в силу ряда причин. Мы несколько лет держали склады, мы знаем, что такое сертификация, что такое лицензии, побочные действия, проблемы, связанные с офисом и так далее, и так далее. Тот, кто в этой шкуре побывал, он меня прекрасно понимает. Но вот парадокс. Примерно полгода назад мы для себя приняли решение, что мы не хотим развивать классический MLM бизнес. Причина следующая. Мы строили очень серьезные, очень большие команды в десятки тысяч человек во многих странах мира. И любой сетевик опять же меня поймет. В наших командах зарабатывает обычно 10-20% партнеров. Остальные так и не могут научиться зарабатывать. Хорошо, если они остаются клиентами, пользуются продуктом. Но для того, чтобы пользоваться продуктом, нужен хороший доход. И именно на доход приходит большинство людей. И когда в течение 2-3-5 месяцев, полугода или больше, человек не получает результат, не получает дохода, и при этом он вынужден платить абонентскую плату или покупать ежемесячно продукт, он, естественно, уходит из проекта. У него уже нет сил, у него уже нет веры, он разуверивается и вообще не хочет заниматься подобным видом бизнеса. К сожалению, это классика жанра. При том, что я очень люблю этот бизнес, и я понимаю, что любой человек в нем может преуспеть. Я также понимаю, что для того, чтобы стать специалистом, стать лидером, требуются годы. Сегодня многие люди хотят иметь доход уже в первые месяцы. Это ненормально, но мы не можем изменить и переделать всех людей. Все хотят иметь доход и как можно быстрее. Для чего я показал вам вот эти самые финансовые пирамиды? Можно просто от них отмахнуться и сказать, это все чепуха. Но не произойдет ли следующее? Не будем ли мы вместе с грязной водой выплескивать и ребенка? Ведь этому ребенку уже несколько лет. Он уже может огрызаться и может кусаться. И придет время, когда он сам может выплеснуть нас, тех людей, которые не хотят меняться, видеть новых тенденций, которые живут прошлым веком, 20-м, и продвигают продукт и бизнес так, как это делали и раньше. Так вот, сейчас мы приняли для себя решение выбрать инвестиционный проект. Почему? Потому что во всех вот этих финансовых пирамидах, которые мы видели, есть главное звено, главная вещь, на которую люди идут. Идут толпами, буквально летят, бегут. Происходит буквально сумасшествие. Почему? Потому что люди в подобных схемах, в подобных моделях получают заветную вещь. Она называется пассивный доход. Если в обычном традиционном MLM о пассивном доходе мы говорим через годы, то в модели с пассивным доходом человек получает его сразу, вложив какие-то деньги, инвестировав какую-то сумму. И поэтому сегодня мы выбрали компанию, где человек, инвестировав те деньги, которые он хочет, начиная от минимальных там, $5-10 и до серьезных денег, он получает около 20% ежемесячного вознаграждения. И кто-то скажет, это очередная финансовая пирамида. И я вас понимаю, потому что я тоже так считал когда-то. Но сегодня я понимаю, что именно эта модель предлагает совершенно новые подходы, новые тенденции, новые возможности. И в такие модели сегодня люди идут. Они уже обожглись в обычных финансовых пирамидах, они обожглись в хайпах, они ищут что-то подобное и понимая, что обычный MLM их уже не очень устраивает. Они не хотят приглашать, тянуть, продавать, рекрутировать, им это трудно. И далеко не все хотят этому обучаться. Но когда человек сразу получает пассивный доход, у него есть возможность освоить индустрию,
Обучиться ведению бизнеса и офлайн, и онлайн. Пусть он потратит на это год или два, но у него есть пассивный доход, пусть не очень большой, но он по меньшей мере возвращает свои деньги, зарабатывает уже большие деньги, то есть получает прибыль на свой бизнес, и он спокойно может развиваться дальше. Я сегодня не буду рассказывать о своем бизнесе. Единственное, что хочу сказать, мы сейчас создаем систему. Система, которая позволит любому новичку, который, может быть, ничего не понимает еще в интернете, начать строить свой бизнес онлайн при минимальных затратах времени и денег. Эта система делает только первые шаги, и я о ней сейчас тоже не буду говорить, но я могу предложить вам узнать об этой системе первыми. Вам просто нужно кликнуть по кнопочке, которая здесь появится, и оставить свои данные на страничке регистрации. И когда система уже будет запущена, вы первые получите информацию о том, что это за система, как она работает, придете на наш вебинар и так далее и тому подобное. Итак, подведем итоги. Что я хотел сказать в сегодняшнем видео? То, что прошлая, нынешняя модель MLM уже уходит. Она во многих компаниях, во многих странах уже ушла. Она не дает того результата, который люди хотят получить. При том, что есть мощные компании, как Amway, Avon, Oriflame, развивающиеся во всем мире, но вы попробуйте сегодня войти в эти компании и построить бизнес. У вас, скорее всего, ничего не получится. Это может получиться только у профессионалов. Например, мы с женой в любом проекте преуспеваем и можем зарабатывать серьезные деньги. Но нас волнует сегодня то, что будут получать наши партнеры. Смогут ли они зарабатывать? И когда мы приглашаем в проект с пассивным доходом, мы спокойны, что наши партнеры будут получать деньги. Они вернут вложенные средства и будут в прибыли. Это самое важное. Они уже из-за этого не будут уходить из компании и не будут уходить от нас. Они готовы с нами обучаться. И именно вот это самое главное. Больше всего в предыдущих бизнесах меня печалило и расстраивало то, что я не могу научить всех людей зарабатывать деньги. Хотя каждый может сам научиться зарабатывать деньги в MLM, но потратить на это несколько лет. И поэтому мы говорим о новой модели. Модели, где каждый человек получает свой пассивный доход и может развивать при этом реферальную программу и строить свой бизнес, приглашая новых партнеров, если у него есть такое желание. И возможность развивать именно партнерский бизнес. Если у человека нет, он просто получает свой пассивный доход. Итак, да здравствует MLM. Да здравствует новая модель MLM, где любой человек сможет зарабатывать вне зависимости от того, специалист он или новичок, лидер или человек, который боится выступить перед людьми. В такой модели будет комфортно любому человеку. И я считаю, что за этими моделями будущее. Здесь есть еще свои вещи, которые нужно разобрать, но об этом я уже в следующих видео расскажу. Сейчас, я надеюсь, вы поняли то, что я хотел сказать. Старая модель бизнеса уходит. Появляется новая модель, которая сегодня многим кажется еще несовершенной, но так когда-то говорили и о франчайзинге, и об MLM вообще, и о других моделях бизнеса, которые сегодня развиваются и дают и очень серьезные возможности, и продукты, и меняют наш мир. Вспомните, что говорили о компьютерах, о мобильных телефонах, об интернете. Любая новая идея преодолевает всегда очень серьезные препятствия и трудности. Ну что ж, надеюсь, вы поняли то, что я хотел сказать. Может быть, я где-то перебрал, но тем не менее, я сказал то, что хотел сказать. Итак, с вами был Николай Лобанов. Ждите следующих моих видео. Подписывайтесь на канал. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Это ваше право. На этом все. Всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока.